Всем привет, с вами Дэ Пикачу. И сегодня у нас будет восстановление катастрофы Боинг 737 Колорадо Спрингс, и после этой катастрофы произошло еще три катастрофы. Две катастрофы, которая произошла по такой же траектории, и до сих пор не знают, почему именно это произошло. Есть догадки, но нету именно вот главного. Главные причины. И это назвали загадкой Боинга 737. Да, ладно. Так как эта катастрофа произошла в Колорадо Спрингс. В Explain нет Колорадо Спрингс репорта этого. И я буду повторять в Юнао, потому что там есть горы. А в Колорадо Спрингс есть горы. Так, это American Airlines. Мы заходим на посадку в Колорадо Спрингс. Башня Колорадо Спрингс. Запрашиваем посадку на аэропорт на полосу 26. Принято, American. Можете заходить на посадку на эту полосу. Отлично. Выпускаем шасси, выпускаем закрылки на 25 градусов, выпускаем тормоза и скоростные тормоза. Отлично. Так, через несколько минут самолет попал в маленькую турбулентность. Репорт Colorado Springs. Мы попали в самолет. Самолет все еще летит. Очень-очень сильная турбулентность. Это American. Да, это American. Вы можете, если вы захотите, то вы можете попробовать зайти на второй круг. Если турбулентность слишком сильная, и вы не можете зайти на посадку. Так. Это American. Очень-очень сильная турбулентность.
Ладно, мы попробуем еще раз зайти на посадку. Подождать. Хотя вроде самолет стабилизировался. Наше положение стабилизировалось, и мы попробуем все-таки зайти на посадку. Через несколько минут самолет уже заходил на посадку. Отлично, мы заходим на посадку. Принято. Принято, Америка. Вы видите полосу? Пока что нет. Понятно, Америка. Можете продолжать сходить на посадку. Колорадо Спрингс, мы видим полосу. Снижаем скорость. Снижаем скорость до 35 узлов. Заходим на посадку. И вдруг произошло что-то непонятное. Так, заходим на посадку. Стоп, что происходит? Нас кренит вправо. Выправляй, выправляй. Выправляй. Нет, выправляй. В итоге сейчас я изменю погоду и все. Чтобы показать вам все. Ну, так вот, главная догадка, почему на этот самолет упал, то, что замерзла трубка, которая отвечает за поворот руля направления. И тот резко повернул вправо. И самолет загрузился в штопор. Через несколько лет один самолет попал в такую же ситуацию. Тоже Боинг 737. После уже трех случаев, простите, таких катастроф из-за того, что тот ускорил скорость, самолет почему-то сумел выправиться.
эту загадку Боинга так и не решили. Всем пока.